Jumbler.ru – магазин одежды для подписчиков канала. Добро пожаловать! Всем привет, уважаемые подписчики! Добро пожаловать в трешовый папчик, в трешовые каточки. У нас сегодня Гульверчик, товарищ Лайфстилер. Он же Гуля. Фига себе, что это щитовая атака какая-то у наших тиммейтов. Ладно, руну мы там не отожмем, потому что там есть Джаггернаут. Не очень приятный Джаггернаут в этом плане. Мы милишники. Милишниками не очень приятно. Против Джаггера. Как начнет свою крутилочку крутить. Текс. Подступим немножко крипов. Что, поехали фармить, ребят. Поехали фармить. Все довольно стандартно. Поначалу мы немножечко подфармим лесочки. Я сейчас подумаю, что трешового собрать в этой партии. Ну, здесь по-любому нужен будет Мьёльнир. Это 100%, потому что... Кстати, можно через БФчик попробовать пойти на Гулливере. Вариант. Все реально, может приколоться. Как вам Гуля с БФом? Просто здесь нужно как-то будет бороться с иллюзиями Медузы. А кроме меня, этому... Ну, типа, Рики еще может в ультимейте, но такое. Мьёльнир здесь хорош. Типа, мы кидаем на себя молнии, нас бьют, все вокруг разбиваются. Типа, Мьёльнир вообще прикольно. А можно вообще и БФ, и Мьёльнир собрать, чтобы вообще жестко было. Что реально БФ первым артом собрать. Чё? Не выстою, мид вартрабл. Нахрен ты на мид тогда пошел? Блять, никто не ждет, блядь. Понятно. Прикольно. Пусть Кен стоит. Конечно, намного мне больше нравится вариант с Дизолем и с Армлетом, намного больше нравится. Но учитывая то, что там Кускар с огненными стрелами, собирать Армлет не очень хорошая идея, скажем честно. Такие противные, да, волки? Жесть. Просто жесть. Волки вообще неприятные. О, вот это очень хорошо. Лол! Я еще промазал, что ли? Капец. Нормально отхилялся я. Какого черта этот крип вообще сюда вышел? Он вообще не должен был сюда выходить. Капец, моя хилка просто пропала. Надеюсь, там не волки. Не хочу с волками бороться. Хорошо. Так.
First Blood. О, хорошо. Сюда, сюда. Так, Акс с Джаггером на одной линии. Вот это прикольно. Давайте вот так вот сделаем. А, можно было, в принципе, здесь такнуть. Но я уже, походу, не успеваю. Хотя... все, я успеваю. Все, я успеваю, товарищи. Ты где? Нормально, фантомка сейчас будет всех разваливать. Прикольно. А ну давай фантомку убьем. Го-го-го! Че прикалываешься? Понятно. Фантомка-то фартовая оказалась. А зачем я... Ладно. Не знаю, что я не фейзы купил. А почему я фейзы не купил реально? Че я ПТ-шку решил брать? Ладно, пусть будет ПТ-шка. Еще понятия не имею, почему я взял ПТ-шку. На саблю взять. Ого, нифига себе нас имеют, ребята. Слушайте, нас реально имеют. Не знаю, качать ульту, не качать. Ладно, качнем разочек. Два инвизника ходят. Все побитые. А, здесь же никого нет. Ходите за мной, ходите, ходите, скелетики. Блин, может доминатор взять? Ну, смотрите, здесь, по сути, рейдж для чего мне нужен вообще? Мне здесь рейдж не нужен, по сути. Мне кроме скорости атаки ничего не дает, правильно? Здесь не от чего спасаться, у них никаких станов нету. Ничего такого, что мне может помешать нагибательствовать. Хорошо, молодцы. Давайте, дожмите. Не дожмете, да?
Нет, не дожмете. Нет, дожмете. Зевс, ультуй! Зевс не хочет ультовать. Я надеюсь, все понимают, что я сейчас шучу, а то сейчас подумают, что я дегенерат какой-то. Так, сабля нам нужна. Простите, здесь очень много артефактов нужно, чтобы... О, привет. Акс решил ко мне в гости пойти. Я понял тебя, Акс. Ладно, качнем единичку рейдж. Го. Че, пойдем, можно фантомочку попробовать зацепить. Да, ведь рейдж не помогает от этой фигни. Действительно. Не хватает пока артефактов. Артефактов не хватает. Я пока, блядь, бесполезно. Я вообще, блядь, не спал нахуй. Кстати, возможно, если была бы сабля, я бы убил ее. Вполне вероятно. Блин, на силу, когда ПТ-шку ставишь, вообще такая скорость атаки бесконтролная. По-моему, эти 9 урона не стоят того. Уж лучше бить быстрее. Хорош. Ой, как мы хорошо подрались. Ничего себе. Новости подъехали, минус 4. Вроде все печально было, а тут на тебе. А тут тебя на. Минус 4. Сто пять, 96. Но скорость атаки, по-моему, поважнее. Эти 9 урона, они вообще просто ни туда, ни сюда. Лучше быстрее бить с руки. Это намного профитней. Че, прикалываешься, что? Ой-ой-ой, нужна помощь. Ты что прикалываешься? Ты вообще нифиг убьешь. Постоянные мясы. Постоянные мясы. Я по ней постоянно мясую, ребят. Мне нужно МКБ, короче, собирать. Это не вариант. По-любому МКБ варить придется. Я просто по ней не попадаю. Я ее бью, а она бессмертная. Это вообще ненормально.
Акса можно убить. А нет, Акса уже нельзя убить. Ты загуляла, подруга. Ты загуляла. Вампиризм 7,5%. Да, с саблей, конечно, поприятнее, ничего не скажешь. Это вам не просто так. Чё, морщить собираешься? Да, 275 урона. Лучше, чем 150. Так, нормально. Клинк сыграть начал. Это хорошо. В принципе, у нас все неплохо. Мы еще не сдыхали. Фу-фу-фу. Сейчас 100% сдохнем после этих слов. Так всегда. Так, хотя подождите. Все... Ой, ну, так да, мы можем тавр забрать. Сейчас фантомка сюда прилетит, она будет со мной драться. Они четверо, короче, ебать, на этом, нахуй. Внизу, блядь. Сейчас будет треф ломать. Я спричу. Ну вот то, что я ей сказала. Я ей ничего сделать не могу. Гоу драться, я в тебя залезу, слышишь, Кент? Только подожди, не вдвоем, не вдвоем. Нужно еще. А, все, Рики есть. Пойдем, пойдем, Рики есть. Пошли, Кент, иди, не ссы. Лети. Изи. Найс. Хорошо подрались. А кто слил свое преимущество? Кто слил? Не знаю, может быть, я даже и не зря ПТ-шку взял. Возможно, эта плотность мне понадобится. Ух ты, нифига себе, я резанул. Жестко. Клинкс, давай, наверное, отходи. На карте никого не видно, подожди. Пусть кто-нибудь появится на карте. Вот видишь, я же сказал. Реген нужен? Забирай. А, ты фуловый. Сейчас демонейдж купим, будет поинтереснее. БФчик наша подруга собирает. Кент... А подождите, Кент ее может убить, кстати. Можешь ульту прожать и стан дать. Хорош. Хорош. Красава. Рики, давай в тебя залезу, а? Будет сейчас инфест бомба. Иди сюда. Ну а кента подождать, слушай, Кент, а ну давай, лети сюда. Давай, давай, сейчас будет драка опять. Сейчас мы опять их всех разорвем.
Только без кента не прыгай, Рики. Сейчас мы бахнем. Давай, Рики, врывайся. Поехали, Кент. Ты куда? Минус 5? И сейчас поливает. Сейчас реально поливает. Вот жесткая бомба, да? Рики, Кент, блин, какой же это проказ дикий. Сейчас мы соберем МКБ, вообще будет хорошо. Так, он еще без блодмейла. Типичный Акс, который первым вартом купил себе авангард вместо блодмейла. Просто дегенерат. Они опять хотят, ребята. А ну давайте повторим. Рики, иди сюда. Рики, иди ко мне. О, Акс это. Можно было Акса разорвать. Руби его, хорош. Он что-то говорит, не знаю, мне его вообще не слышно нифига, если честно. Это микрофон у него тихий. Что-то ему там не видно, я не знаю. А, то что вардов у нас, наверное, нету. Не, ну я сейчас МКБшку дособираю, я в принципе могу варды поставить. БХ или Рики, поставьте варды, пожалуйста. Вы как раз в инвизе бегаете, вы всю карту можете завардить. Сейчас варды будут, мы их вообще нагнем. Хотя мы и так их нагибаем, 26-14. А они там все. Скура до сих пор не апнутая. Ну, как бы мы же без саппортов играем. Можно подраться. Давайте наверх кто-нибудь стягивайтесь. Не, Клинкс, мне в тебя не вариант прыгать. Ты должен в стороне стоять от всех. А ну, БХ. Могу в тебя. Могу в БХ запрыгнуть. Пойдем, БХ. Пойдем, пойдем подеремся. Как же его разорвало, боже. Как его разорвало жестко. Без бладмейла, чувак. Ты без бладмейла. Акс решил, что бладмейл ему не нужен. Первым артом. Что его удивляет, то что я МКБ собрал, я не понимаю, что есть удивительного. Я сейчас еще и башрок соберу, подожди. МКБ плюс башрок, просто имба. Попробуй выйди из стана. С одного удара просто тань.
Такой гуля у нас чисто в урон пошел. Пошли качаться чисто в урончик без рамлета. Ну это чисто ситуативная, если честно, такая сборка. Просто решили собрать что-то нестандартное. Чтобы было поинтересней. Так, ну ТП-шка у меня есть. Только лететь некуда пока что. Там пуска, гуля, осторожно. А что он мне сделает? Там он не один, он с вартра обычно ходит. Не знаю, я могу подраться. А вот и башер подъехал. Сколько же урона гуля вносит, просто жесть. Ульта через 25 секунд. Я, кажется, промазал, да? Я волка дал? Точно, волка дал. Второй раз мажу, капец. А ну, Кент. А, ладно, забей. Кент куда-то пошел на базу, АФК. Кент вылетел. Давайте отправим его, пусть мид фармит. Я вообще-то мид его отправил фармить. Блин, она просто взяла и разультилась, так нечестно. Боже, подошел, раз плюху дал. Кент, иди фарми, что ты стоишь? Да его забиндить. А почему нельзя забиндить? Странно. Что за фигня? Ладно, окей. Ну, так тяжеловато, конечно. Так, сейчас мы, короче, гуля отправим. Так, гуля. Так, 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 ловит так. Меня, бегаю. Понял, так. Что, блядь? Вообще постоянно. Все, поехали. Сейчас за кента поиграем. Да, кент улыбнулся. Нормально, я им играю. А, все, он вернулся. Кент вернулся. Алло, ты жрать будешь деревья? А, Рики уже в Солянова прыгает на медузу. Хорош. С диффузами. Дай хасту, я пойду драться. Хасту, хасту, дай хасту. Жопа, штик. А ну иди ко мне, БХ, иди ко мне. Давай, на развороте. Пойдем на развороте. А, вовремя ты включаешь бладмейл. Может, подвинешься? Братюня. Шо, догон? Сабля и догон? Чё, совсем шо? Грохнулся? Кто-то прилетел. Это Джаггер. А нет, не Джаггер. Побитый какой-то ходит. Собрал фигню какую-то. Фейзы и догон. И саблю. Вместо того, чтобы взять арканы, догон и урну.
Он какую-то херню купил. Чего-чего? Пойдем убьем. Ну, пойдем. БХ, давай залезу в тебя. Стой, пудра. А я не попал под нее. А ладно, пофиг, пойдем так убьем. Тащ. Да все, пацаны вообще знатно нафидели, если честно. Что, вряд ли здесь что-то сделают. Давай заберем вышку. И пойдем Рошана убьем. По-моему, она зря прилетела. Гоу Рошу заберем. Крошик. А можешь этот собрать? Две таблеточки. А боже, Кирасу. Слушай, Кираса мне больше даже нравится. Кираса нормальная тема. Хотя у меня и так 2700 хп. Но у меня брони нифига нету. У меня с броней вообще проблема. Может Шиву купить? Мы приколимся в натуре, Шиву соберем. Здесь уже все равно пофигу, что собирать. Можно Шиву купить. А еще Лотус Орб, Лотус Орб. Все, точно. Лотус Орб. Давайте по нижней линии заберем Т2 и пойдем на базу. Несите, несите. Кент. А, блин, ладно. Клинкс, просто пуш и все. Я даже ничего юзать не буду. Хотя я могу дальше пойти, на самом деле. Что-то не хватает вам урона, по-моему, немного, парень. Как же ему больно, боже ты мой. На развороте? Где характер, ребята? С меня Акс как покажет характер. Иди сюда. А баш можно? Баш. Спасибо. Спасибо. Это было вкусно. А чё меня все кинули? А ну забайтесь на меня, интересно. Походу... Ой-ой-ой, вот с кускаром я вообще не... Хотя у меня Игис есть. Давай, прыгай на меня, молодец. Кто сильнее? Я, в принципе... Чё такое, убежать не получается? Просто... Ой-ой-ой. Всё, отстаньте. Сейчас прыгать будет. Не, ну а я Егис задам. Это всего лишь Егис, ребят.
Это был всего лишь Аегис. С Молотосор принесем и посмотрим, что они будут делать со мной. Это будет интересно. Прикольно будет, если Джаггер ультанет. Что направленный, правильно, скилл у него. Ульта направленный. У Хускара направленный? Направленный. Ладно, я понял то, что надо сначала снести одну сторону, чтобы две было снесено. Правда, сейчас моя команда, если всех перебьет, будет не очень приятно. Прыгай, Хускар. Не хочешь прыгать? Ладно. Окей. Но нас тупо забили. Все бегут и хотят убить Рики. Посрать на сторону. А ну прыгни на меня. Не захотел. Я вообще пофигу, могу просто тупо стоять и нести. На меня тупо все забили, гляньте. Всем насрать на меня. Сейчас один против всех буду драться. Не хватает рейнджи. Вот я сейчас фиданул знатно. Ну не, мои типы на подходе уже. Давайте быстрее подходите. Я если что, я короче начинаю. Давайте, вы спасете меня. Кент, куда ты уходишь? Кент, я же на тебя рассчитываю. Ты куда уходишь? Чё, я же не в лицо смотрю. А? Ты ультанул меня? Чувак, просто красавчик. Стой, Акс. Я ж тебя не отпущу, пацан, ты же знаешь. Так, Лотус сейчас откатит, нам нужно идти. Ультуй. А чё ты не ультуешь? Не хочешь, да, в Лотус ультовать? А, о, молодец, Бладмейл включил. Дай рампагу сделать! Ну что ж такое? Рампагу! Не дают рампагу сделать, гады. Ну и пофигу. Восемь косарей денег. Иди сюда. Сколько бублища-то. Хочу Шиву. Давайте Шиву возьмем. Курочка моя родненькая. Давай, 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 плыви, плыви сюда, родная. Все, спасибо.
почапали. 25 армура имеем. Плюсом. Плюсиком. Так. Что, поехали заканчивать? 6 слотов есть. Можно и поесть кого-нибудь. Не, так нечестно. Просто, это просто нечестно. Постой, пока встанет, окей? Чуть-чуть. Смотри, реально бессмертный. Вот никто ничего сделать не может. Кто что может сделать? Я хз. Просто бьют меня, мне пофигу реально. Они меня не пробивают. Что, больная что ли? ГГВП! Просто оказался бессмертным этот Гулливер. И реально, сборочка хоть и ситуативная, но очень прикольная.